Друзья, разбираем сегодня фоновый рельефный узор для свитера бренда Loro Piana. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка на него закреплена под данным видео. Давайте переходить к мастер-классу, все внимание на экран. Итак, мы начинаем. Первый ряд раппорта. Сначала кромочная петля, потом я переснимаю 2 петли на правую спицу, не провязываю нить, при этом держу перед работой, а затем 2 лицевые петли. И так до конца первого ряда. Второй ряд раппорта. Кромочная петля, 2 изнаночные, а далее так. Завожу спицу за следующую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить, провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку и вот эту вытянутую нить перекидываю. И еще один раз завожу за следующую петлю, вытягиваю нить, петлю на спице провязываю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. Это второй ряд. Третий ряд провяжем как первый, кромочная петля, 2 петли переснимаю нить перед работой, а потом 2 лицевые петли. В четвертом ряду все петли провяжем лицевыми до конца. В пятом ряду все петли изнаночные, они ложатся по узору. И шестой ряд раппорта заключительный. Здесь все петли я провязываю лицевыми. На этом, друзья, с вами прощаюсь. Не забывайте сохранять ролик в копилке, он обязательно вам пригодится в дальнейшем. Лайки и позитивные комментарии оставляйте. Я всем желаю отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока.